Прокуратурой Фрунзенского района города Саратова поддержано государственное обвинение в отношении 28-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренной частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе судебного заседания установлено, что 29 апреля 2022 года подсудимый, находясь у дома номер 43 на проспекте имени Петра Столыпина города Саратова, оскорбил сотрудника полиции грубой нецензурной бранью, тем самым унизив честь и достоинство, а также со значительной силой толкнул его руками в грудь. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и в отношении подсудимого вынес обвинительный приговор, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.